наши зрители и гости нашего канала. Как вы уже поняли, я на работе. У нашей доченьки, бусинки Каролиночки, день рождения сегодня. 5 годиков ей, 5 лет. Но так как мы работаем, справлять мы будем на выходных. Дима на учебе, папа работает, мама работает. Но домой я буду возвращаться, конечно же, не с пустыми руками. Я сейчас переверну вам камеру и покажу, с чем я поеду домой к доче. Папа, конечно, с работы уже приехал, занимается стройкой. Юлечка дома с ребятишками. Дима ко мне приезжал на магазин после школы, помогал. Помог мне с товаром и потом уже уехал домой. И теперь уроки сделал, еще и папе помогает. Дима у нас везде и всюду. Ярослав у нас приболел, мы вызывали скорую. Температура была 40, мы не могли ее сбить. По скорой приехали, поставили укол. Через 30 минут температура начала спадать, у нас ангина. Очень много деток болеет, не только наших, а то вы начнете в комментариях писать, вот, уехали с Краснодарского края, начали часто болеть и так далее. Сейчас погода такая, они носятся на футбол. Естественно, когда на поле играют, вспотели, ветер обдул, все. Если что-то еще холодное попили, а может быть еще и мороженку съедят, что мы не видим. Ну и вот, пожалуйста, результат. Поэтому не только наши дети болеют, болеют очень многие. Мы были в поликлинике, получается, я ходила к стоматологу, и Каролина у нас, у нее был конъюнктивит. Температура 38, но она недолго продержалась, несколько дней. Глазки мы закапали, в общем, все это прошло. Естественно, насморк, кашель, горло, все как обычно. Очень многие дети болеют, и в городе некоторые классы и дошкольные учреждения закрыты на карантин. Я думаю, что в каждом городе поветрие гриппа, ОРВИ, ОРЗ и так далее. А то начнете писать, вот уехали, как обычно, только скажешь, что детки там засопливили, или там насморк, чихание, все, начинается одно и то же писанина. Иногда не хочется даже об этом и делиться, и говорить, чтобы подобных комментариев не видеть, ну и, в принципе, не читать и голову не забивать. Сейчас я вам об этом сказала, обязательно кто-нибудь напишет. Ну да ладно. В общем, я ухожу на выходные. На этой неделе я отработала всего лишь 2 смены. Понедельник, вторник работала Катя. Она отстажировалась и уже сама самостоятельно стояла в смену. Я отработала, получается, среда, четверг. Сегодня у нас четверг, 26 сентября. Мне осталось отработать до конца смены 1,5 часа, помыть магазин и уже ехать домой. Пятницу, субботу, воскресенье работает Оля, с кем я в паре работала, мы с ней работали вдвоем. Потом, конечно, когда я попала в больницу, был другой продавец, но он был временный. Потом вышла я, и мы решили, что возьмем еще одного продавца. Почему? Потому что у меня детки когда-то болеют или куда-то отъехать, или какие-то дела, даже с Юлей, решать по квартире дела. Юля самостоятельно, ну, не может ездить, потому что она где-то не понимает документы, где-то неправильно напишет, ну и так далее. Присутствовать нужно. Саша у нас работает каждый день, у него бывает так, что суббота, воскресенье он тоже работает, потому что он работает в дорожной службе, он работает водителем, возит бригаду, и бывают командировки, они утром уехали и поздно приехали, и так изо дня в день. Если он отработает до 5 часов, то есть он потом едет домой и занимается стройкой. Спасибо всем, кто нам помогает в этом, потому что сейчас уже скоро сильные холода начнутся, и нам нужно утеплить. В этом ролике чуть дальше я вставлю, что же мы еще сделали. Кто в телеграм-канале у нас находится, они намного быстрее узнают об этих новостях. Очень всем благодарна, кто подписывается, и в телеграм-канал, аж заикаюсь, давно с вами не болтала. И на Яндекс.Дзен. Ссылочки я оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Димочка у нас держится. То есть сегодня он чихал. Голова, говорит, немножко болела, но температуру смерили 36,6. Как бы все нормально. На больничный не уходит. У него скоро поездка на соревнования. В телеграм-канале об этом я говорила. И спасибо за поздравления. Огромное спасибо за поддержку. И за Каролиночку огромное-огромное всем спасибо за ваши поздравления, за ваши добрые слова, пожелания, и вам всего-всего самого наилучшего. Потом Дима едет в цирк, в Омский цирк, они с классом едут.
Не все, конечно, но там как-то выборочно выбирали. Но я думаю, что те, у кого на СВО, и те, кто многодетный, наверное, так. Ну, по таким критериям, не знаю. В общем, не весь класс попал, а с класса выбирали 13 человек. Ну и плюс еще, наверное, с других классов. У меня пока, кстати, затишье. Это, если честно, хорошо. Сейчас попью чай. Ну, в общем, уже буду дома выходная, дополню этот влог. И вот с таким набором я буду возвращаться домой. Вот такая красивая пандочка. Каролина у нас любит мягкие игрушки. Вот такой тортик ребятишкам к чаю открывать не буду, дома покажу. И вот такого пупса. Здесь он говорит: мама, папа, агу, плачет. Нажать на животик. Ну, там надо вытащить такую штучку, чтобы он запел. В общем, ценники все поубирал, чтобы никто ничего не видел. В общем, вот с таким вот подарком я поеду домой. Конечно, можно было бы взять выходной и исправлять день рождения. Но так как это четверг, мы Каролину так, конечно, все с утра поздравили. Кто позвонил, кто по видеосвязи, кто голосовым сообщением поздравлял. Мы домой приедем, естественно, каждый не с пустыми руками, а именно справлять будем день рождения уже на выходные. Ну и, скорее всего, как у них будет состояние по здоровью, если что, поедем в детскую комнату, они поиграют, для них это, ну, весело, здорово, а не то, что там взрослые соберутся за столом, наелись, напились и разбежались. Нет, это детский праздник, поэтому это все только для детей. У взрослых свои праздники, свои дни рождения или свои какие-то события. Ну, я считаю, по крайней мере, так правильно. В общем, увидимся с вами уже на территории дома, а не на территории магазина. Подарка. Не ожидала такого подарка? Мы приехали домой. Каролина здесь открывает подарки от Димы, от Ярика, от Юли, от нас, папа. Мы сейчас попьем чай, да, доча? С днем рождения, доченька. Спасибо. Мы тебя все-все любим, поздравляем. Папа, покажи, как у тебя пупс разговаривает. Он еще плачет. Мама говорит, еще папа говорит. Папа. Пандочка, красивая пандочка. Здесь пандочка, и здесь пандочка. И здесь пандочка. Одень куклу на магнитах, развивающая игра. Открывает. Угу. Вот она. Мы сейчас будем пить чай, да? А справлять мы будем чуть позже, когда они выздоровеют. Скорее всего. Сейчас все болеют. Да. Ярослав тут с нами тоже. Скорейшего выздоровления нашим деткам и всем, кто болеет. Пойдемушка. Да. В общем, попьем мы сейчас чай. Вот всякие туфельки. Каролина поиграет. Какой лук? Давай в этот. И будем принимать лекарства и потом отдыхать. Нам пришла посылка от Faberlic. У нас тут Оля на связи. Кофе попивает, и мы ей показываем, что у нас пришло в посылке. Здесь пришла вот такая палетка, это мы Варваре подарим. Еще Юля пользовалась вот таким бальзамом для стоп. Сами знаете, да, что Юля вам говорила, что у нее пятки сильно трескаются. Вот этот хорошо помогает, еще один заказали. Это я заказала себе карандаш под водку. Здесь помада тоже себе. Тушь заказали мы для Светы. Это как подарок, они скоро приедут. Это освежитель воздуха от Faberlic. Так, это у нас получается, сейчас я вам скажу, это шампунь. Тоже мы Светлане его поставим. Это патчи. Это в комментариях видела, писали мне, что какими патчами я пользуюсь от Faberlic. Сейчас я вам покажу, чтобы четче было видно. Сейчас, Каролиночка, давай покажем. Вот такие вот. Вот так баночка выглядит. А вы можете зайти на сайт и посмотреть, и выбрать. Я уже второй раз вот такие вот приобретаю. Помаду я уже, Каролиночка, показала. Давай сюда ее поставим. Это у нас для нашего папы. Здесь у нас кислородная пена для бритья. Из и этой серии, да, очень вкусно пахнет. И шампунь для душа. И вот такой вот дезодорант мужской. Еще второй раз мы заказывали вот такую вот туалетную воду.
Сейчас я чётче вам покажу. От Фаберлик очень вкусно пахнет. Мы в каталоге потом сидим, выбираем с Юлей, что нам нужно. Еще в этот раз мы себе заказали вторую кастрюлю. Мы ей пользуемся. Она такая классная, вообще такая удобная. Каролиночка лохматая у нас. И заказали еще сковороду Wok. Скоро она придет. Да. Я очень давно ее хотела себе, да? Ярослав за кадром носом шмырыгает, приболел. В общем, такая вот у нас посылочка. Мы Оле коляска. Тут уже все раскрыли, показали. И коляска моя скоро придет. И коляска твоя скоро придет. Я сегодня выходная. Решила приготовить салат для взрослых и салат для детей. У нас Ярослав просто рыбу особо не ест. Он ест скумбрию, сельдь, но если ты почистишь и без косточек, а такую консерву он есть не будет. Раньше очень сильно любил, так, Ярослав, килька в томате. Это там вещи для стирки приготовили, сидит на кресле, все уже свернул. Каролина вам привет передает. А я одеваюсь на футбол. Дима одевается на футбол, мы только пришли с магнита. В общем, сходили мы с Димой, что купили? Купили бананы, голень, это я буду сейчас готовить, жарить. Картофельное пюре у нас будет, да? Угу. Взяли, в общем, вот такие вот крабовые палочки. Вкусные. Это будет крабовый салат для Ярослава, да? И Каролина будет кушать. А Дима у нас и тот салат любит. Это наша скумбрия в автоклаве приготовлена. В общем, я ее сейчас помну. Туда по рецепту надо будет горбуша, угу. Горошек. Горошек мы взяли бондюэлевский. Кстати, сейчас по скидке что-то там 90 рублей он стоит, большая банка. Ой, да. Ну да, большая банка. Хотела, думала, может, маленькая. Взяли вот такие вот Кубань продукта сорти. Здесь огурцы с помидорами. Почему мы здесь взяли? Потому что... Огурчики и помидор. Угу. Потому что мы дома, а не на квартире. Вот такой вот сыр идет в салат. Зелень. Еще свежий огурец. Яйцо мы отварим. В общем, в этот салат идет горбуша, горошек. Соленый огурец, свежий огурец, зелень и сыр с майонезом. Ну, а в крабовые можно добавить рис или капусту. Все по-разному добавляют, но мы добавлять этого не будем. В общем, Ярослав у нас лежит, уже заправил. Мы здесь ночуем. Да. У нас там вещи, живем. Квартира еще у нас, ну, мы снимаем ее, мы продолжаем снимать. Каролина все открыла, вам показала, да? Матрасы стоят. И вот мне еще папа фонарик купил. Фонарик купил. Там целая куча лекарств. Угу. Угу. Фонарик показывает. В общем, Каролина там играет на своем рабочем столе. Да? Да. В общем, Юлечка сейчас зайдет. Она пошла собак кошек кормить. Собаки у нас здесь. Это Мишель, Майя и щенок. Что ты показываешь? Пластилин играла? Что делала? Формочки делала. О, растеряла все. В общем, слышу, дверь хлопнула. Всем привет. Всем привет. В общем, сейчас мы будем готовить кушать. И здесь я порядок сейчас наберу, наведу. И все, и будем кушать. Вот, еще. А, чехол Дима еще заказывали. Да. Да. Он какой? Бронированный. Он делает просто так, нажимать тяжело. Ну, подставка раз поставила, и все. Не нравится. И Боря ждет твой подарок. Да, скоро, кстати, придет. Надо позвонить, узнать, у Саши пришел. Нет, мы Юле заказали новый телефон. Это мой прошлый чехол. Прошлый чехол. Ты решил все перепоказать? Да. Это твой прошлый чехол. А это новый чехол. Это первый, это второй. Ну ладно, все, давайте готовить, кушать. А. Смотри, что собрал. Собрал? Как ты себя чувствуешь? Плохо. Плохо? Че, где болит? Живот болит. Что еще болит? Голова. Температура была 37 градусов. Надо окошко приоткрыть на микропроветривание. Дима, сделай, чтобы свежий воздух был. Угу. Спать пойдешь? Надо горлышко полоскать и пойдешь спать. В общем, сейчас вам покажу. В общем, для горла у нас вот это. Вот это. Что, дочь? Где моя черная баночка? А я не знаю. Шалфей полоскает. Потом, так, фурацилин. И еще у нас вот здесь вот ромашка. То есть еще лизобакт был.
Вот такие таблетки, кстати, очень хорошо помогают от температуры. Очень быстро ее сбивают. В аптеке нам посоветовали, и у Ярослава была высокая температура после скорой. Видите, как кашляет. И она очень быстро помогла, и долго не было температуры. Еще нам выписали вот такой вот сироп от кашля. Вот такой вот и не показывала. Это у нас антибиотики, но они, это, коробочка вся такая пошарпанная, давно были куплены, но мы их не пользовались, не применяли антибиотика, не стоят, в общем, здесь. Это я из дома привезла до 25 года. В январе месяце, ну, то есть немного осталось времени. Не знаю, понадобится, не понадобится, но все равно взяла еще вот такие вот у нас. В общем, целая куча. Снуп, сиропы, виброцилы, то есть капли назальные, тоже целая куча. Салат пойдем готовить. Ты пошел на футбол? Да. Все, давай. Пока. 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 Ярослав у нас лежит, отдыхает. Я покрошила огурец соленый, свежий. Остается нам еще зелень покрошить. Это и Юля ходила пицца. В магазин, да, купила пиццу, стоит 88 рублей. Еще булочки взяла сладкие. Здесь я на крабовый салат почти подготовила. Олечка всем-всем передает. Всем привет передает. Мы вот так вот и общаемся, и готовим, и все вместе делаем. Здесь у нас картофельное пюре с молоком. В общем, а здесь у нас голени будут жариться. Здесь на салат я подготовила уже, потом готовый салат вам покажу. Да, тут на столе чуть-чуть порядок навели. Свежий. А это маринованный. Оля сказала, сегодня у них погода восстановилась, тепло. У нас сегодня, кстати, тоже тепло. Скоро приедет, если билеты будут, глазенками бегает. Да, Ольга Геннадьевна? А, Ольга Геннадьевна? Наши зрители тебя потеряли. Потеряли. Замуж вышла, она в декрете. Шутит она, конечно, шутит она. А то некоторые пишут о том, что мы перестали с ней общаться, типа никакой информации от нее нету. Нет, все хорошо. Каждый день. Это что? У меня связь пропадает, поэтому плохо слышно. В общем, ладно, мы сейчас поболтаем. Это лук сейчас помыть надо будет, зелень к салату, мы чай попьем. Все, выключаю вспышку, выключаю. В общем, Олечку увидели, посмотрели, жива, здорова, невредима. Сезон почти завершился, осталось немного поработать, и дай бог скоро приедет. Вот такой получился салат. И крабовый. Я сейчас вынесу в холодное место, чтобы маленечко остыли. Ну, прохладные такие стали. И будем ужинать уже. Картошка с мясом тоже уже готова. Спасибо. Подарок пришел Юле на день рождения. Мы были в городе, ездили, покупали стройматериалы. Как раз встретились с курьером. Он нам доставил посылку. Телефон? А когда мы Юле тот телефон покупали? Года два назад? Три? Не знаю. Три года назад, наверное, да? Да, три года назад. Три года назад, наверное, да. Чили, она всегда вздыхает, да? Так. Ой, еще и чехол. Потихоньку. Пленочку надо снимать потихоньку. Помогите. У меня руки трясутся. Включай. Вот такой цвет. Ну, включай. Спасибо вам, мои дорогие. Пожалуйста, бабуль. Он блестящий такой, ага, классный, да? Блестящий такой большой. У меня в камеру он голубым цветом, желтым отливается. Так он так и есть. Да? Да. Так и есть, точно. Но камеру. Ярослав, ты раздетый. Камеру. И чехол. Ну, чехол он стандартный, потом тебе закажем. Да, потом другой возьмем. Закажем потом тебе другой. Он силиконовый? Да. Да? Ой, защитное стекло. Где?
Стеклянная. Там что-то да. Есть? Стекло. Так это уже наклеено. Там наклеено. А это что такое здесь? Это стекло. Это стекло еще. Да, запасное. Фига комплектация. Ага, хорошо. Да. Юля уже выбрала русский язык, нажала. Это Дима подсказал, помог. Ну все, сим-карту надо вставлять и электронную почту ей делать свою. Чтобы она уже это пользовалась. А где твой старый телефон показать? А у Юли вот такой вот был телефон. Видите, какая камера? То есть она даже если что-то снимала и делала фото, качество было не это. Ну, не очень. Сейчас пароль сниму. Сейчас вот камеру покажу. Вот видите, она смазанная, кажется, так. Заляпанный телефон. Ну, что ему года 3 уже? Где же Юль? Все сейчас настроит, и Юля будет переносить всю свою информацию с телефона. У нас сегодня хорошая погода. На день плюс 20 градусов. Еще несколько дней будет стоять теплая погода. Поэтому пока на улице тепло. В общем, у нас задача убрать эти ветки. То есть там была вишня. Это все Саша спилил. Сейчас проедет машина. В общем, еще раз распилить на мелкие и их вывести, освободить, в общем, территорию. Как видите, за моей спиной пристройка уже здесь сделана, она утеплена, вставлено пластиковое окно, видите, стройматериал. В общем, во дворе сейчас вот так у нас происходит. Сейчас Саша будет заниматься воротиной, чтобы машина могла заезжать во двор, будет приваривать навесы, уже съездили, купили, взяли. Я займусь покраской, пристройкой. Об этом я уже покажу вам в следующем ролике. Еще скажу вкратце. Мы провели себе воду, установили себе уже унитаз. То есть мы на улицу в туалет, уже в уличный туалет не ходим. Но только если на улице, когда что-то делаем, в уличный ходим. А так уже там, где у нас ванная комната, там уже частично утеплена. Осталось немного доделать. Ну, это на словах немного, а на деле еще работы не початый край. Но, дай бог, до сильных холодов мы все успеем сделать. Установили мы еще новую входную железную дверь пару дней назад в телеграм-канале. Я вкратце показала. В общем, сейчас мы выходим заниматься во дворе. Каждый разбирает себе работу по силе возможности. Дима у нас на соревнования, кстати, не поехал по легкой атлетике, потому что ну, что-то там отменилось. Сегодня он уехал в цирк. Я уже там в середине или в начале ролики, да, ролика об этом говорила. Так, завтра мне на работу. Не забыть с собой положить чашечку и стакан. Привозила с работы, у меня там было покушать приготовлено, чтобы в мешочке не перекладывать. Я, в общем, в тарелочку поставила в мешочек и привезла домой, а в стакане у меня от нашей покупательницы, от постоянной. Мы с ней познакомились в прошлом году, когда я пришла работать. Она мне приносила там такой пудинг. И, в общем, в стакан переложили. Я с этим стаканом, в общем, тоже домой приехала. Поэтому рабочую посуду нужно будет не забыть отвезти на работу. Это я сама себе сейчас напоминаю, чтобы пошла это сделала, поставила в свой рабочий пакет и завтра не забыть увезти. Так, что еще мне нужно сделать? Ну, колер я сейчас, Саша мне разведет, будет под цвет кирпича, в общем. Ну, это все увидите уже в следующем ролике. Всем вам отличного настроения, всего вам самого наилучшего. Оставайтесь с нами и смотрите, что у нас будет дальше, что у нас получится. Конечно, у нас еще есть другие новости, но, как всегда, о них позже. Либо, знаете, как у нас происходит, вот я заикаюсь о том, что что-то выложу и потом не выкладываю. Либо это все тихомерно проходит, либо я это оставляю на потом. То есть она у меня в памяти хранится, и если что-то вдруг, я дополняю ролики, когда начинаю рассказывать и эти моменты вставляю. Не хватает у меня, к сожалению, времени полноценно вести YouTube-канал Яндекс.Дзен сейчас, потому что работа есть работа, какие-то дела, ну, очень много занимают. Когда не работаешь и занимаешься только съемками, можно выпускать ролики ежедневно, эти влоги, выпускать все, что у тебя происходит, и не забываешь что-то отснять. Иногда мы что-то делаем, то есть что делаем? Саша после работы приезжает, что-то делает, а меня-то нет. Он не снимает, потому что, ну, ему некогда.
ему нужно успеть до темноты что-то сделать, приехать домой помыться, покушать, да, там поспать утром на работу и опять изо дня в день. Поэтому иногда ролики уже получаются вот в таком состоянии. То есть мы не снимали, не показывали, как, что происходило. Если только, возможно, потом одним большим роликом, как было до и как стало после, сделать какие-то фотографии, вставить какие-то короткие видео, но об этом все потом. Ну, еще раз всем вам спасибо за все поздравления, за Юлю, за Диму, за Каролину, за всем, за всех. Огромное вам спасибо. Увидимся совсем скоро. До новых встреч. Не болейте. Пока-пока.